творчестве Александры Куликовой цвет занимает особое место. Это стилеобразующая основа практически всех ее произведений, при помощи которой художница стремится сильно и непосредственно выразить чувства, связанные с воспоминаниями о ее деревенском детстве в селе Куратово. В работе на Таежной реке художница применяет новый для себя подход в живописи, собирая композицию из прямоугольных чистых цветов, при рассмотрении которых рождается удивительный мир, доступный и понятный каждому зрителю. Непривычная яркость, отказ от теней и воспроизведение объемов делают художественный язык Куликовой уникальным. Мария Куликова, комментарий к выставке «Сила цвета».